знал, что между миром и войною всего каких-то 5 минут осталось. О 5 минутах до войны и черном лихолетии в истории России в детских стихах рассказывают сегодня в 17-м детском саду. Праздник, посвященный Дню Победы, подготовили самые старшие воспитанники детского сада «Петушок». Встречаем День Победы, лучший день в году. Но особенно дорог ветеранам, слезы радости и боли в их глазах. Не зажить никак душевным ранам и дрожать цветы у них в руках. О, спасибо. Цветы вручают участнику Великой Отечественной, Григорию Лаврентьевичу Андрееву. Когда началась война, ему было всего 14 лет. Подростком он партизанил в лесах Смоленщины. Сегодня ветеран рассказывает о лете 1941 года и самых первых днях войны. Ну что, война так война, будем воевать. Да, точно. Вот мы приехали, и председатель Гончаров сказал: ребята, вы дружные ребята, помогайте мне. И вот мы собрали в своей деревне всех мужчин военнообязанных и 10 лошадей. В детском саду к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне подготовили также фотовыставку «Мы помним, мы гордимся». Фотографии собирали с мероприятий прошлых лет, которые были посвящены празднованию 9 мая, а также смастерили многочисленные именные кораблики Победы, чтобы отправиться с их помощью по волнам памяти. Кораблик славы в День Победы плывет в моря через века. Мы будем помнить наших дедов. Нам не забыть их никогда. Берите любые, все, которые лежат, мы их будем сесть сюда. Вот они у нас поплывут и будут прославлять наших воинов-ветеранов, наших бабушек, дедушек. Предварительно дети и сотрудники детского сада также возложили цветы к мемориалу «Журавли» и почтили память погибших героев минутой молчания. А сегодня завершают мероприятие на мажорной ноте. День Победы подарил нам жизнь. Я хочу, чтоб все смеялись, чтоб мечты всегда сбывались, чтобы детям снились радостные сны, чтобы утро добрым было, чтобы мама не грустила, чтобы в мире не было войны. Сейчас на небо полетят.